В зимней кухне дома музея Ленина стоит подлинная кофейная мельница, принадлежавшая Марии Ульяновой, матери семейства. У нее прямоугольный корпус, окрашенный коричневой краской. На верхней грани располагаются круглое возвышение и ручка с деревянной кнопкой. В емкости под крышкой скрываются два жернова конической формы. Ручкой один из жерновов приводили в движение, другой оставался неподвижным. Смолотый кофейный порошок ссыпался в небольшой деревянный ящичек внизу. Кроме кофе, в таких мельницах можно было молоть кусковой сахар, сухари, крупу. Такие мельницы производила французская фирма Peugeot. Во второй половине 19 века кофе стал модным напитком у жителей Симбирска. И подобные мельницы появились во многих домах с достатком. В бакалейно-колониальных магазинах предлагали большой выбор чая, сахара, кофе, пряностей, кофейных принадлежностей и мельниц. Симбирские чиновники часто приглашали друг друга на кофе. Для этого они отправляли коллегам визитки. Правда, в биографической литературе об Ульяновых нет ни одного описания семейного застолья.